Привет! Сегодня мы, девчонки, будем снимать челлендж 24 часа. Питаемся фирмой Метро. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал и, конечно, поддерживать девчонок лайками. Ну, а девчонки отправляются в поисках продуктов фирмы Метро. Аро. Точнее, да. Вот, смотрите, День Святого Валентина в Метро. Я хочу сок. Ну, мы поняли, раз вы зашли в отдел, где продаются сок. Я его нашла. А какой ты хочешь? А я хочу... Вот, ребята, вот такая вот фирма. А я хочу... Метро. А я возьму вишню. Вишню? Да. Нектар, яблоко и вишня. Давай, давай. А поменьше, нет? А то я не хочу. Ну, такого. Я не знаю, пойдем посмотрим. Посмотрим. Ну, пусть будет 2 литра. Да нет, если, вот смотри. Есть. Вот же, да? Вот они литровые, да. А яблоко? Ну, наверное, дальше пойдем посмотрим. Пойдем. Я не знаю. Вот есть яблоко зеленое, нектар. Ой, есть томат. Возьмем. Давай томат попробуем. Вообще, мы обожаем сок томатный с солью, кстати. Давай попробуем. Но мы, кстати, этой фирмы сок не пробовали. Соль, да, Миланка не любит. Милан, ну, хочешь другой, возьми. Мы томат возьмем. Но... А я тоже возьму. Какой? Яблоко-персик? Да? Или просто, или может зеленое яблочко? Есть вообще маленький, Милан, или вот такое зеленое яблочко? Яблоко, это апельсин. Яблоко, я не знаю, даже такое сочетание мы не пробовали. Яблоко и апельсин. Лик, представляешь, есть яблоко и апельсин. Я такое не пробовала. Давай лучше яблоко и персик, да. Вот, давай вот этот целенький, непомятый берем. Пойдем, я тебе помогу отнести. Пойдем. Сама? Хорошо, давай. А вот, кстати, девчонки, чипсы мы еще не пробовали, да, фирма? Да. Аро. Не пробовали, но я не вижу. Не очень бы и хотелось, да, Лика? А, это нет, подожди, мы так не договариваем. А что вы хотите, чипсы? За один лейс. Милочка, ты хочешь чипсы? Да, Милана хочет чипсы. Девчонки, ну вы чипсы сегодня не будете. Нет чипсов. Нет, как это? Лика сказала, я найду. С крабом нашла. Ничего себе, со вкусом краба. Вот это мы сегодня сравним, да? Ну, мне кажется, с крабом самый вкусный. И соль. Ну, просто солью. Давайте с крабом возьмем. С крабом, да, берем. Что? Угу. Овсяное печенье будешь? А ты любишь овсяное печенье? Милана, оно немножко, если честно, твердое. Смотри сама, конечно. Давай еще, да, посмотри, может, еще какое-то. Глазури есть, я не хочу. Не хочешь глазурь? Зефирчик. А вот есть пастила еще, смотри. Ну, какая-то не аппетитная. Ну, не знаю. Нет. Ребята, кто пробовал такую пастилу, пишите. Не хочу. Фирмы Аро. Нет. Так ты берешь вот это печенье? Да, нет. Нет? Ну, правильно, пойдем еще посмотрим, может быть, другое будет. Клади на место, да, Милаш? А вон там оно было, Милаш. А вот давайте попробуем пряники со вкусом мята. Мята? Ой, только, да, посмотри. Ой, а это с чем? Просто пряники комсомольские. У-у-у, 10 месяца клади. Мы не берем такое, да? Не очень свежее. Вот смотри, я в декабре нашла. 12 декабря. Посвежее. Ну, вот эти посвежее, посвежее. А январь, февраль нет? Нет января, февраля. Не хочу. Не будешь? Не будем прянички. Вы остаетесь здесь. Вы не очень свежие. Девчонки, смотрите, я вам нашла крупу пшеничную. Мама, мы не будем. Хорошо. Я вам нашла крупу перловую. Мама, тем более брать не будешь. Хорошо, я гречку нашла. Хорошо, я манку нашла. А я овсянку нашла. О, кстати, слушайте, давайте попробуем овсянку взять. Зачем? Ну как зачем? Давайте попробуем. Давай, давай, Лика, берем, пробуем. Овсяную кашу. Миланочка сегодня. Миланка, ну ты же любишь. Нет. Милана такая, нет, я не буду. Да. Будем брать. Милана любит кашку овсяную. Дали. А вот этой фирмы мы не брали, кстати. Вот и попробуем. О, Лика, вот смотри, со вкусом апельсина, лимона. Это? Лика, вот микс. А, со вкусом барбариса и дюшетка. Красненький, да? Да. А это? Там тоже лимон.
Лика, это вообще-то апельсин. А, апельсин и лимон. Давай апельсин и лимон возьмем. А ну-ка покажи, Милош. А, это конфеты. Ассорти. О, давайте попробуем. Идите. Какие? Хорошо. Сейчас, давай. А это что? Что? А это леденцы. Я хочу вот эту. Ого, 0,5 килограмма, смотрите. Чернослив. Мила, это просто в глазурь, наверное, в молочную. А это есть в белой глазури. Я хочу беленькую. Чернослив. Беленькую. Беленькую хочешь? Ну, давай. Вкусняшка. Чернослив в белой глазури. Здесь 0,5 килограмма. Молодец. О, а это что такое? А это, наверное, курага. О, а это, смотрите, курага. Абрикос. Ну, абрикос, курага. Я. Что лучше? Чернослив, да? Подожди, вот. Здесь все. О, это Милан, есть. Давай такой возьмем. Здесь, смотри, чернослив будет, да, и курага. Клади в тележку. Ну? Лика, ты ищешь мороженое? Я ищу, но пока найти не могу. А мне кажется, дальше я как-то видела. Там, по-моему, в таких стаканчиках, вот небольших. Вот, когда мы снимали гранат. А, да, смотрите, Алика тогда не могла найти вот это мороженое. Когда мы снимали челлендж, ребята, кто еще не смотрел наш челлендж, гранат против... Против чего, Алика? Против винограда. Да. Обязательно заходите и смотрите. На мой канал. Да? Ну что, девчонки? Ну как так? Такого же не может быть. Мы вас опередим. Зачем вы нас опередим? Мы вас опередим. Мы медленно идем? Да. Вот это я думала. А, нет. А, вот, Лика. Только такое есть. Давай попробуем. Ну, давай, пап, ты будешь такое шоколадное мороженое? Или ваниль. Давай возьми ваниль и шоколад. И мы Мил, ты будешь такое мороженое? Просто пломбир. А есть еще, смотрите, вот такой вот большой. Ну, давайте вначале лучше маленькое. Я не знаю, вкусная эта фирма или нет. Смотрите, вот я нашла еще, там, наверное, килограмм. О, нет, такой не, такой не будем? Нет, я взяла вот два. Я не Милана, буду. Ты не будешь? Я у вас так попробую чуть-чуть. Ты не хочешь? Нет. Почему? А вдруг она невкусная будет? Что мне с ней делать? Понятно. Ликуля, может быть, пиццу взять? Не видите пиццу? Я пока не нашла. Или вы только пельмени хотите? О, это что? А что это такое? Подожди. Помнишь, я искала имбирное тесто. Тесто имбирное, да. А вот это что это такое? А что это такое вообще? Это тесто для таких вот... Для пельменей гёдза. Замороженное. Так. Но это не та фирма, которая нам нужна. Ну, есть просто тесто, но тесто нам не надо. Кстати, тесто очень хорошее. Вот. Нет, зачем? Ой, девчонки, давайте возьмем тесто. Возьмите. Милаш, давай бездрожжевое. Мы всегда без... Ой, бездрожжевое берем. Оп. Подожди. Есть дрожжевое, клади. Вот фирма, вот это тесто замороженное, очень хорошее, слоеное. Где наша тележка? Наша тележка, как всегда, убежала. Ребята, облом. А может вот это? Аро, посмотри. Это они? Да. Да ладно. Вот они. Конечно. Смотрите. А вы не заметили. Кладите. К этому месту. Вот написано, Милаш. Мелко, видишь, написано. Аро. Вот. Я просто привыкла, что не в белую упаковку. Да, а тут прозрачно. Вот так, девчонки. Кладите в тележку. Очень интересно, чипсы и сок проверить. Ну и, конечно же, пельмени попробовать. Так что, девчонки, а, ну мои любимые конфетки, сухофрукты в глазури. В общем, девчонки, отправляемся домой, да, будем дома все это пробовать. Да. Вы хотите начать с чипсиков, да? Да. Ой, кстати, у нас... Похоже на лыс. Кстати, девчонки, пельмени уже варятся. Ой, можно попробовать? Ты первая? Я первая. Я первая. Вот вам тарелочка усыпать. Милаш, угощайся. Ой. Слушай, здесь прям картошка видна. Ну, лейс повкуснее, да? Да? Но мне кажется, что не хватает тут именно специй. Именно вот этого вот краба. Да. Волшебного. Вы томат открываете? Ну, я хочу томатик, да. Милана, это открываем? Нет, я не буду. Пока не хочешь? Я хочу всякие. Ну, как бы, знаешь, вкусно, но лейс, они, у них у лейс ярче поярче вкус, да. Так. Ну, какой-то он такой прозрачный.
Кстати, смотрите, в чипсах состав. Картофель свежий, масло растительное, ароматизатор крабы, ну и всякие тут усилители, усилительные. Зато здесь картофель свежий. Хотя я не помню, в Лейс картофель свежий. Типа картофель свежий, но я никогда не видела эту вот именно кожуру. Мне кажется, он просто очень-очень сильно разбавлен. Да? Да. Да, на самом деле. Не сказать, что прям вау. Да. Ну что, Миланка, тебе овсяные хлопья сейчас варить? А из слоеного теста можно сделать слойки вкусные. У нас, кстати, есть повидло и есть нутелла. Можно сделать вкусные слоечки. Девчонки, ну я смотрю, пельмешки вы еще и поджарили. Да, мама, да. И они такие прям разварились. Они такие вкусные. Вкусные, а мне кажется, какие-то как будто сухие, нет? Вкусно? Очень. Сок, девчонка, мне очень понравился. Чипсы как-то так, да? Офигенные. Конфеты, кстати, были очень вкусные. Были и есть вкусные. Мне больше понравился челлендж. А мне больше понравилась курага в шоколаде. А мне карамель. На этом наш челлендж подходит к концу. Девчонки сегодня 24 часа питались фирмой из метро Аро. В принципе, все было, ну, ничего так. Всем пока-пока! Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова